Житель Челябинска ездил по поддельному полису ОСАГО и попал за это под уголовную статью. Теперь на 5 лет может он сесть за решетку. Служители закона посчитали всего таких нарушителей в Челябинске 310 человек. Все они знали, что их страховые полисы – подделка, но не стеснялись колесить по улицам города. Окончены производства и направлены в суд более 40 уголовных дел в отношении граждан, использовавших поддельные полюса ОСАГО. В настоящее время значительная часть указанных дел рассмотрена мировыми судьями. И, как показывает практика, обвиняемым при вынесении приговоров назначаются наказания в виде штрафов, при этом суммы варьируются от 5 до 15 тысяч рублей. При проверке полиса на просвет должны быть хорошо видны водяные знаки с эмблемой РСА, которых не видно на поддельном бланке. Номер оригинального бланка ОСАГО на ощупь должен быть рельефным. Самый верный способ узнать, легально ли ОСАГО, это проверить серийный номер по единой базе полисов. Кроме того, документ можно оформить в электронном виде на сайте страховой компании. Они становятся осужденными, получают судимость. Судимость влечет ряд уголовно-правовых и иных последствий, которые влияют на те роды деятельности, которыми могут заниматься данные граждане. У них есть препятствия для поступления на государственную службу. Если купленная страховка оказалась липой, то пользоваться ей нельзя. Надо сообщить о данном факте в полицию. В таком случае стражи порядка проведут проверку. Но покупателю, если он не знал о фальсификации, никакой ответственности грозить не будет.